Привет! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный и аппетитный праздничный салат. Салат будем готовить в круглой форме без дна. Или можете взять кольцо, или же просто выкладывать салатик по кругу. Для рецепта нам понадобится яйцо отварное 5 штук, лук 1-2 штуки, укроп, я взяла пучок, хороший укроп, не маленький пучок, а курица отварная грамм 400, майонез понадобится для смазывания слоев, баночка кукурузы, подсолнечное масло, потом скажу для чего, картофель 4-5 штук, огурец свежий 2-3 штуки, морковь 1 крупная, либо же 2 средние, шампиньоны желательно 0,5 килограмма. Я забрала последние 6 штук, поделились с женщиной напополам. Итак, приступим. Для начала нам нужно натереть на терку следующие компоненты. Такие как картошка и яйцо отварное. Мы их натираем на терочку среднюю. Итак, я подготовила все компоненты. Грибочки я обжарила на растительном масле вместе с перчиком черным молотым. А морковь пассеровала вместе с луком. Можно без лука, если вы не любите, на растительном или сливочном масле, что у вас есть. Свежие огурчики нарезала кубиками. Яйца, как сказала выше, и картофель отварные натерла на терочку. Курочку разобрала на волокна и укроп мелко нарезали. Теперь приступаем к сборке нашего салатика. Для этого мы берем наше кольцо, в котором выпекаем бисквиты, и какую-то тарелочку, кольцо без дна. И ставим его по центру тарелочки. И на дно кладем отварной картофель, натертый на терочку. Картофель уложили, разровняли, слегка подсолили. И сверху кладем слой майонеза. И снова разравниваем ложечкой, чтобы майонез полностью покрыл картофель. Сверху на картофель выкладываем слой моркови, пассерованной вместе с луком. И опять же разравниваем ложечкой. Повторюсь, если вы не любите пассерованный лук, вы можете заменить его либо же зеленым луком, либо пассеровать только морковь. И снова все разравниваем ложечкой, чтобы морковь покрыла полностью картофель с майонезом. И покрываем небольшим слоем майонеза. Далее кладем слой курицы, который я заранее отварила и поделила на волокна. Курочку я слегка присыпала молотым черным перцем и снова выкладываем сверху слой майонеза. Разравниваем майонез при помощи ложечки равномерно. Сверху слой курицы присыпаем укропом. Следующий слой – это отварные яйца, натертые на терочку. И сверху снова слой майонеза. Далее кладем слой огурцов. У нас выключили свет, но салатик нужно доделать. Огурцы разровняли, немножечко присолили. И снова слой майонеза. Сверху уложили кукурузу. И снова слой майонеза. Сверху выкладываем грибочки и аккуратненько раздвигаем нашу форму. Вот такая красота у меня получилась.
Обязательно сделайте и вы такой тортик. Тортик – это настоящий тортик из овощей. И порадуйте всю вашу семью. Он получился очень и очень вкусный. А если видео понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео в соцсетях. До скорой встречи! Всем пока!